Я снова приветствую всех из Одессы. Сегодня 1 июня 2023 года. Появились первые подробности относительно перестрелки, о которой я сообщал в своем предыдущем видео. Значит, водитель Range Rover открыл стрельбу по пассажирам автомобиля BMW. Как сообщают, это на почве ревности, значит, муж застукал жену с любовником. Как раз таки жена с любовником находилась в BMW на пассажирском сидении, но любовник сидел на водительском. Водитель Range Rover открыл по ним огонь, убил сразу же жену. Водитель BMW, то есть любовник, скончался уже в скорой помощи по дороге в больницу. А в BMW на заднем сидении еще сидел какой-то человек, который открыл ответный огонь по водителю Range Rover. И водитель Range Rover тоже ранен и находится в тяжелом состоянии. Вот такая обстановка. Тут уже сперва были предположения, что это какой-то криминалитет, вот там устраивает разборки. Но на самом деле все оказалось гораздо проще. В том плане, что это обычная, скажем так, бытовая ссора на фоне ревности, но только уже, скажем так, с обострениями, уже с перестрелками и с убийствами. Вот такая вот ситуация у нас произошла сегодня в Одессе. Появилось большое количество видеоматериалов. Все эти кадры я опубликовал в своем телеграме. Ссылочка в закрепленном комментарии под видео. Переходите, смотрите, кому интересно. На YouTube, к сожалению, такого выставить нельзя. Цензура не позволяет. В целом, обстановка в военном плане в Одессе спокойная. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новую информацию из Одессы. До встречи. Всем пока.